Поэтому, наверное, на основную сцену дизайна будут выходить те вещи, которые до этого были на втором плане. Помимо всем известных стандартного подхода, ну, когда мы используем определенные дизайнерские приемы, будут использоваться три составляющие так называемого нуль-дизайна. Это использование бесконтактного интерфейса, аудиоинтерфейса и тактильного интерфейса. Понятное дело, что каждый из этих пунктов, он так или иначе уже реализован в этом мире. Бесконтактный интерфейс — это все, что связано с бесконтактными жестами, типа Kinect, Move, Action. А аудиоинтерфейс — Siri, Google Now, Cortana и так далее. Тактильный интерфейс — Haptic Feedback. Эти все пункты станут через какой-то промежуток времени обязательны для всех сайтов, поскольку человек запоминает не только глазами, он запоминает всеми своими органами чувств. Это факт, данный нам в ощущениях. Это то, что позволит нам расширить экспертизу, позволит использовать какие-то новые, скажем так, мотивации для пользователей на наших ресурсах. Почему это станет реальным? Потому что на данный момент времени, уже практически где-то полтора года, идут большие вливания инвестиций на разработку, скажем так, назовем это аккумуляторов для наших замечательных мобильников, которые позволят выдерживать все те эффекты, которые я, в общем-таки, сейчас, о которых я сейчас рассказывал, достаточно длительный промежуток времени. Этот факт, он нам дает возможность быть уверенным в том, что пользователи будут этим пользоваться.